Меня обвиняют в мошенничестве, да. Мошенник. Я мошенник, а да. Кто вы, да, меня... мошенник. Вы обманули вот таких же матерей и вот таких же детей. Да я вас умоляю. Какие 110 тысяч? Где? Да, на серый? Да. На серый? Где? Спокойно, спокойно. Ты меня еще трогай. На этот раз ее дочь закинула на наш сервер Майнкрафт 110 тысяч рублей и купила кучу владельцев. Короче, обязательно поддержите меня лайком сегодня и смотрите обязательно продолжение. Друг, ты можешь так же, как я, снимать гриферов, если ты станешь владельцем сервера. Ты получишь доступ к регионам гриферов и сможешь ломать им их сундуки. Пропиши килл гриферу, чтобы он не спорил. Да ты получишь почти все права, как у меня, если ты станешь владельцем сервера. Ты сможешь превратиться в голема, если станешь владельцем сервера. Ну или в любого другого моба. Ну и прикинь, как круто стать големом и ломать дом гриферу, ведь у тебя будет доступ к его региону. Ладно, превратимся обратно в игрока. Стань владельцем и сделай себе любой префикс, какой захочешь. Например, префикс главарь. Вау, и у вас будет префикс, прям как у меня, главарь, вы увидите его здесь в статусе. Ну или вообще спрячь себе префикс. Префикс спрячется, и грифер будет думать, что вы обычный игрок. Ну и конечно, как владелец, ты сможешь вычислить настоящий IP грифера. Прописываем команду sin грифер, и нам выдает настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого мы можем его троллить. Ну а в конце посади грифера в тюрьму нашего сервера с помощью команды Jail. Ты получишь все эти права, если ты станешь владельцем сервера на нашем сервере Сержокрафт. Мы вновь запускаем для вас скидку в 90% на владельцев. Стать владельцем ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте Сержокрафт. Поэтому будем тебя ждать. IP в описании под видео. Давай к нам. Это я с Майнкрафта опять по поводу Майнкрафта. Чего надо? Приветствую. А мама где? Я думал, мама дома. Мам! Тут опять этот пришел. Мама дома, да? Здравствуйте. Мама, Чего надо? Я же сказала, увидимся в суде. В прошлом ролике ее мама подала на меня заявление в полицию. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Я понял, но я пришел, это важный разговор по поводу денег. Ладно. Давайте пообщаемся. Да, можно я пройду? Хотите. Не спал бы же. Пойду, да? Да. У нас с вами как-то не очень получилось тогда. Ну, слушай. Ну, расскажи что-нибудь интересное, может быть. Во-первых, ей никто не запрещал пользоваться интернетом. Скажем так. Ну вот, во-первых. Во-вторых, ребенку действительно нравится ваша вот эта игра. Да, ну, в общем, ты играешь в Майнкрафт так же, продолжаешь. Но также... Без админки, кстати. Без админки, да. То есть ты играешь без админки, хочешь сказать. Да. Вы ей деньги не давали больше. Ну какие деньги? Ну что вы уже пристали к этим деньгам? Я ей денег не давала. Не давала, потому что вот когда вы нам вернете наши 6 тысяч, с процентами. Вы еще заплатите за все вот эти вот, знаете, как это, мне сказали, мне уже все рассказали, что будет. Ну, что вы оплатите все расходы по суду, все судебные расходы. Свои мне вот вообще пофиг. Вот, мои судебные расходы. Плюс вы мне еще там денег дадите, кроме этих 6 тысяч. Как, типа, моральный ущерб, да? Нет, подожди. Да, и админку тут же вернете. В этом еще нужно разбираться, вот. кто да, прав, да, да, да. А суд разберется, вы не волнуйтесь. Ты вот как бы не чувствуешь, да, свою вину в этом совершенно? Если вы здесь впервые, посмотрите, пожалуйста, прошлое видео. Вот, на него будет ссылочка, как они написали мне заявление в полицию. Ее мама написала. Я там доказал, как она нарушала правила и показал все это. Как она и материлась, и ругалась, и гикала, и банила все, что она делала. Я все это доказал и показал. Посмотрите тот ролик, если вы здесь впервые, и будете в курсе. То есть, вот, что это? Я еще раз говорю, а какая вина? Это ваша вина. Давайте ее, может быть, узнаем, какая вина. Какая вина? Ну что вы намекаете? Я ничего не делала. 6 тысяч мама знает, что я брала. Она знает, куда я потратила. Все хорошо. Админки нет? Админки нет. Ты играешь без админок? Да. То есть ты играешь на нашем сервере опять. Без админок. Ну так вы ее и не исключали из этого сервера. Я не исключал. Я вам более того хочу сказать. Она играет. Играет, да. И постоянно играет. Ну, я не знаю, постоянно или нет. Я работаю. А я знаю, что...
Играешь ты не совсем без админки. Вот такое. В смысле? Не... А что, у вас можно как-то получить бесплатно какую-то полуадминку? Да бесплатно-то можно, да вот вопрос, получал ли она бесплатно админку. Вот в чем дело. Я пришел по поводу денег. Вы на меня заявление написали в прокуратуру. Ну. Кстати, меня обвиняют, да, в мошенничестве. Меня обвиняют в мошенничестве, да. Я мошенник, а да. А кто вы тогда? Меня... А кто вы? Я? Мошенник. Я мошенник. И конечно. Вот мне вот вопрос, вот знаете, вот у меня один вопрос, вот просто давайте, вот так да. вот в голове вот вертится. Да, конечно. А сколько еще вы обманули вот таких же матерей и вот таких же детей, как мой Лешенька, как моя доченька? А как я обманул? Мне постоянно говорят, убери ты владельцев из продажи, гриферов не будет. И сейчас мы убираем владельца из продажи аж с двух серверов. Вон чувак бегает, он даже пока не подозревает, он не знает, что мы сейчас уберем владельца из продажи на некоторое время с двух серверов. Смотрите, сзади меня есть сервер выживания номер один, а есть номер выживания два. И мы убираем прямо со всех серверов. Мы сюда сейчас прямо с вами прыгаем. Опа, мы с вами оказываемся на втором сервере выживания. Вот написано, Сезар уже зашел на сервер. Босс, привилегия владелец сервера. Отсюда мы ее уберем первого сервера выживания и со второго сервера выживания. Посмотрите, вот, мы сейчас находимся с вами на втором сервере. Пишем команду «Хаб». Перемещаемся с вами на выживание номер один. Сюда заходим. И здесь, посмотрите, здесь вообще у нас ночь. Мы сейчас зашли сюда. YouTube, Серж зашел на сервер, все это видят. И отсюда мы убираем владельца сервера из продажи тоже вообще. То есть нельзя будет купить владельца никак, нигде, ни на каком сервере выживания. Мы так делаем редко. Пожалуйста, привилегия владелец сервера. Сейчас ее здесь можно купить. Тыкаем на нее, посмотрите. Наш сайт выпадает, нажимаем сюда и переходим сюда и смотрим. Бум, вот, смотрите, пожалуйста. Сейчас вам показываю, как это происходит. Вы заходите на наш сайт и хотите купить владельца. Вот, вбиваете свой ник, пожалуйста, прям, да, вот, ник Серджо, вот я вам показываю. Наводите мышкой, хотите купить, нажимаете купить, и ничего не происходит. Все сбрасывается. Вот как выглядит, когда нельзя купить владельца. Сейчас мы отключили продажу, чтобы показать вам, как это, когда нельзя купить владельца. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, прямо сейчас мы включили возможность стать владельцем, чтобы получить права такие же, как у меня, практически. Поэтому успевайте, скоро мы уберем на некоторое время, может на неделю, может на две, посмотрим, как пойдет, чтобы было меньше грифа. Друзья, вот уже чуваки ко мне подошли, смотрят на меня. Короче, успевай становиться владельцем. Все, go, IP в описании. Да так! Есть... Деньги берете и... Всё. Дети, родители не обманывают, да? Вот сейчас вот ты стоишь и не обманываешь. Это вообще уже не ваше дело. Может, расскажешь, чем ты обманываешь? Вообще не ваше дело. Чего вы тут руками машете? Не ваше это дело. Вообще. Хорошо, не мое дело. Но, наверное, ваше дело то, что она... играет. Ну, с админкой. Я играю, да, с админкой. Знает. С админкой только ты играешь, и не с одной. Как ты вот этот объяснишь поменять? Мама знает у тебя, что ты играешь с админкой? Я немножко не понимаю. Вы ей давали? Ты что, бесплатно что-то? Что? Нет. Он врет, все, я без админки играю. Админки нет, потому что у меня ее забрали. То есть, мало того, что мы логично. А можно вопрос? А вы ей тот раз 6 тысяч дали? Вы же товарищ мошенник. Конечно, вы ей 6 тысяч дали. Человеческий тогда? Урод, скажем так. Чего 6 тысяч? Ну, да, давала. А, и получается, вы, наверное, дали ей 110 тысяч. На еще админки. Да я вас умоляю, какие 110... Какие... 110 тысяч. То есть вы, если вы, наверное, ей опять дали, вы, значит, получается, ей дали 110 тысяч. Правильно? Так. Какие 110 тысяч? Не знаю я, о чем говорит. Кому ты веришь, мошенник? Какие 110 тысяч? Это те самые 110... Я ничего не брала, он все... Так. Нет, меня прокуратура вызывает. Так. Меня обвиняют мошенником, да? Я украл. Как я украл? То есть ты не украла, да, у мамы получается ничего якобы? Нет. Не занатила. Где? Где? Да, на сервере? Да, на сервере? Так, ой. Тут это я стопаю, не могу показать. Это для антигриферов в Телеграме. Кто хочет, поддержите нас, приходите туда. Там можно такие кадры посмотреть. Чтобы стать антигрифером, вам нужно зайти на наш сайт sergiocraft.ru, тыкнуть на три полоски и нажать «Стать антигрифером». Вы перейдете в наш Телеграм, и вам нужно будет написать команду «Старт». После этого мы выбираем тип подписки. Ну, например, антигрифер. Спокойно. Ты меня еще трогай! Давайте не будем до новых дел доводить. Давайте не будем. Мне и так с прокуратурой неохота разбираться. Я пришел с... Я мошенник? Да, я... А ты не мошенник? Я? Ты не мошенник? У мамы украсть 110 тысяч? Так. 110 тысяч. А я смотрю, вам знакома эта сумма снова. А я ничего не поняла. И то есть, а вы меня обвиняете? Я у нее очень много админок стал, очень много владельцев. Она с них играет, накупила. Ай...
А потом да. меня обвиняют мошенником. 110 тысяч. Да. Я мошенник, конечно. Да. Я мошенник, который приносит 110 тысяч, которые она значила вот эти. Вот эти. Прекрасно, 110 тысяч. Сдаем. Да, я думаю, мы с вами договоримся. Да, договоримся, я же прихожу, возвращаю. Да, правильно? Вы нам так. Но вы знаете, я вот посмотрел на всю эту ситуацию. Так. Это, так, наверное, да. первый раз, когда я решил не возвращать деньги. В смысле? Не возвращать? В прямом смысле. Я сегодня эти деньги не беру. Вы! Так! Вы их! Ты сдонатила, нарушила, значит, я их оставлю себе и куплю на них себе какой-нибудь айфон. Айфон себе куплю. Какой айфон? Компьютер обновлю. Деньги верни мне. Успокойтесь, деньги пожалуйста. Деньги мне верни. Успокойтесь, я не забываю, что я вас снимаю. Не забывайте, пожалуйста. Вы нарушили... Все, не снимай. Я не снимаю. Я уже деньги все, не верни, снимаю. Да? Я не снимаю. Я не верну деньги, потому что были нарушены правила. Она мошенническим. Она нарушила правила, деньги мои. Вот разбирайтесь теперь. Как вы там, прокуратура, не прокуратура. Я хочу, чтобы... Молодец, довела мать. Спасибо. Пожалуйста, зрители, поддержите меня, если вы считаете, что я прав, что я не вернул деньги. Не трогай меня! А ты... Тебе весело, что ли? Я не пойму. Нет. Вот теперь возвращай маме деньги, как хочешь. Я же мошенник у вас, а мошенники добрые дела не делают. Деньги! Мошенники добрые дела деньги! Не делают. Деньги! Верните! Я 6 тысяч деньги! Ну 100 тысяч тоже. Важный вопрос вам, ребята. Напиши, пожалуйста, сейчас в комментарии, мой дорогой зритель, что ты думаешь. Надо было вернуть деньги или не надо? Пожалуйста, я впервые не вернул деньги. Наверное, впервые. Напиши в комментариях. Первое, либо верни деньги, либо второе, не верни деньги. То есть напишите комментарий. Пожалуйста, мне это очень важно. В зависимости от того, сколько здесь будет комментариев, я буду думать, как поступить. Но вот сейчас я решил им деньги не возвращать. Ну, пожалуйста, напиши свой комментарий. Вот, она вот стоит и ехидная улыбается, а ей весело. Она молодец, она попала в видос, она в маму в это все ввела, в заявление, в спор с ютубером, здорово, спасибо. Вот, а вы меня обвинили, вот, спасибо, можно было нормально договориться, но я не хочу вот это. С вами невозможно нормально. Конечно, со мной невозможно, я надеюсь, зрители меня поддержат, что я не верну вам эти деньги. Вот. Жесть, меня просто оскорблять начали, просто оскорблять, да. Очень приятно. Вот, я не возвращаю. Я вот куплю себе вон велосипед новый какой-нибудь, или что-нибудь сделаю, или потрачу на что-нибудь полезное, чем вот я вижу, что вам возвращать деньги я не хочу. Все. До свидания. Хороших вам дней. Идите. Вот так вот. Впервые в жизни я разозлился и не решил ничего не возвращать. Напишите, пожалуйста, комментарий, что я правильно сделал, что не вернул деньги. Не вернул я деньги впервые вообще, наверное, за всю историю канала за привилегии. Вот было куплено таких привилегий на сумму 110 тысяч рублей, без скидок и по скидке, там разных было покупок. В общем, я все забрал, все, что можно было. Напишите, пожалуйста, комментарий. Вот ты сейчас смотришь видео, пожалуйста, напиши, правильно я сделал, поддержи меня. Если я неправильно сделал, напиши, Серджо, ты неправильно сделал, верни деньги. Я... буду все читать. Спасибо за ваш комментарий. Заходите на сервер, играйте.